Закрепление знаний адвокатской деятельности в игровой форме. На базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» прошла образовательная викторина по предмету «Адвокатская деятельность», организованная действующим адвокатом, преподавателем юридического института СКГА Светланой Байрамуковой. Студенты второго и третьего курса получили аттестацию по данной дисциплине, демонстрируя свои познания в адвокатуре. Алихан Лепшоков расскажет подробнее. Подобный формат аттестации позволяет оценить знания и понимание предмета студентами юридического института СКГА. В формате викторины ребята отвечали на вопросы и разбирали различные ситуации из адвокатской деятельности. Практикующий адвокат-преподаватель Светлана Байрамукова в игровой форме раскрывала положение адвокатской этики и какие законы регулируют их деятельность. По завершении курса студенты получают знания о том, что адвокат – это не только тот человек, который надевает костюм и ходит в суды с папкой, а человек, который связан с не только своей работой, но и законом об адвокатуре, адвокатской деятельности, а также закон кодексом об адвокатской этике. Знание вот этих норм и правил законов позволит студентам понимать внутреннюю, скажем так, составляющую, в принципе, адвокатуры как корпорации. Оценивал активность студентов-преподавателей кафедры «Гражданское право и процесс СКГА». Безусловно, этот формат аттестации наглядно показывает, как освоили наши учащиеся учебный материал. И нам приятно было видеть, как ребята демонстрировали свои знания, отмечают члены жюри. Такой формат, он очень интересный, показывает все-таки профессионализм нашего преподавателя, а также показывает знания наших студентов, они могут здесь выразить свои знания. Такой формат принятия зачета, как бы он и интересный, никак, да, в повседневной нашей текучке и сессии обычно, как у нас проходит в обычном формате. Разбирая различные задачи, мы познали, какие методы и законы нам необходимо использовать, и мы благодарны нашему преподавателю за такую интересную викторину, признаются студенты юридического института. Мы приносим ей свою благодарность, поскольку такие мероприятия, они, во-первых, укрепляют, как бы поддерживают дружбу в нашем коллективе, они укрепляют наш коллектив, а во-вторых, они способствуют развитию, во-первых, таких навыков, как коммуникабельность студентов, а во-вторых, они помогают приобрести какие-либо новые знания для каждого из студентов, который побывал сегодня в нашей викторине. В итоге большее количество баллов в викторине набрали студенты третьего курса юридического института СКГА. Алихан Лепшока, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.